деточки. Ну что, друзья, у нас в Москве зима наконец-то пришла, самая настоящая, с морозами, со снегом, со всеми делами, с зимней резиной. Но мы сейчас хотим вспомним... Хотим вспомним... Пожалуйста, хотим вспомним! Хотим вспомнить! Наше дело, слушай! Хотим боком зайдем здесь! Хотим не зайдем здесь боком! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как она боком ставится! В общем, ребят, под эти веселые боковые дрифты на дизельном сарае валим боком на чем можем. Вспомним прекрасную поездку в Стокгольм, которая была буквально вот недавно, несколько месяцев назад, на этап чемпионата Европы по драгрейсингу, где впервые выступал русский пилот Дмитрий Саморуков за рулем своего 4000-сильного Dodge Viper ProMod. В общем, это было очень круто, очень интересная трасса, стационарная трасса Тьерп, опять же, Стокгольм, посмотреть, как живет на самом деле Европа, что происходит в этих сверхцивилизованных европейских странах и многое-многое другое мы расскажем в лайве, который начнется ровно через 3 секунды. 3, 2, 1... Мы прилетели в Стокгольм. Ну, в общем, мы вышли из аэропорта. Точнее, ну, в общем, мы вышли из аэропорта. Аэропорта, да, я знаю, как правильно говорить. Мы приехали в самую пафосную гостиницу Стокгольма. Все бы ничего, но оказывается, одновременно с нами в эту гостиницу приехал ни много ни мало вице-президент Соединенных Штатов Америки. Если не ошибаюсь, это Джим Керри. Джон Керри. А еще говорят, что у нас в России часто перекрывают улицы из-за чиновников. Пожалуйста, приехал Джон Керри. Ну или кто он там есть, вице-президент. Весь квартал. Is it John Kerry? No, it's Joe Biden. Joe Biden. Oh. Тигран, мы находимся на трассе Тьерп в Швеции. Можно ли сказать, что Тьерп это лучшая трасса в Европе? Лучшая трасса в Европе. Да. То есть, когда здесь просохнет, здесь будет жарко. Да, да, определенно это лучшая трасса в Европе. Мы находимся в стартовой зоне трассы Тьерп. 450 метров бетонного покрытия, проклеенного полностью. Пока что заездов нет. Я думаю, что еще в ближайшие несколько часов погода не позволит проводить какие-либо заезды. За моей спиной детские дрэгстеры. В Европе, ну и, разумеется, в Соединенных Штатах развитие дрэгрейсинга начинается с малых лет. То есть дети, начиная с 5-6 лет, уже садятся в руль вот такого болида. Он, конечно, едет не очень быстро, они едут 8, 9, 10 секунд, четверть мили, но, в принципе, это быстрее большинства классов в российском дрэгрейсинге. Слушай, в такую штуковину даже я сел бы с удовольствием. В принципе, я думаю... Садись, пока никто не видит. Ну да, только я не помещусь маленько в нее. Впуск. И этот впуск, в отличие от того, который стоит на модных современных машинах, действительно работает. Четырехцилиндровый двигатель, что самое интересное, надо узнать какого объема. Просто с огромной турбиной. Precision Turbo, колоссального размера просто. Совсем скоро выкатимся на старт, если, надеюсь, дождик не пойдет. Are we ready? Yes, we are ready. Okay, okay. Дмитрий Владимирович. Совсем скоро вам выезжать на первый старт. Волнуетесь ли вы? Да, волнуюсь. Дим, а какое лучшее твое время на 1/8 мили? 4.1. 4.1. Задача на сегодня? Выехать из 4, так причем глубоко. То есть где-то 3.8. 3.8 на 1/8 мили, это в принципе равняется 5.8 на... Нет. Четверти мили примерно. 5,9. Да, хорошо. Главное, 5, что выход 5, из 6. Да, 5,8 это где-то 3,7. 3,8, правда. Через сколько старт? 10 минут. Через 10 минут выезжаешь? 10 минут выезжаем отсюда и там, наверное, минут через 20. Ты удивительно спокоен.
честно скажу. А знаешь скажу, почему? Нет. Потому что не первый год. Главное, чтобы это волнение не наполняло чашу, которая переполнится, а чтобы она увеличивала ее размер. Это самое главное. Вот это сейчас было сильно. Вот специальный автомобиль для пилота из России. Пилоты из России ездят на Майбахе не меньше. Слушай, хорош, вот это вот за это стыдно, курам, правда стыдно. Ну просто мы пришли арендовывать автомобиль, больше кроме Майбаха ничего не осталось. Пришлось брать Майбах. Хотели, честно, взять Смарт. Див, но я тебе так скажу, в Дорсламерах машин много и машины крутые. Да, я так смотрю. Так что расслабиться не получится совсем. Знаешь, а главное, они очень красивые. А, друзья, у нас второй день этапа чемпионата Европы на трассе Тьерп в Швеции. К сожалению, вчера буквально... Не дождавшись 10 минут заезда, нам пришлось развернуться и поехать в гостиницу по той простой причине, что пошел проливной дождь и заезды отменились. Буквально через 10 минут будет старт и будем надеяться, что все хорошо получится. Первый театр. И вот буквально только что Александр Старостин сообщил нам по рации, что на трассе только что разлили масло. Это означает, что минимум 15-20 минут заезда будут остановлены. А это значит, что велик риск того, что пойдет опять дождь, случится что-то страшное. В общем, все это начинает напоминать мне день сурка. Вам не напоминает, Никит? Есть такое дело. Есть такое дело, да? Мы слышим по рации, что трасса готова, но мы быстренько еще пройдемся, буквально на 2 минуточки и вернемся. Каждый из вас мечтает на таком находиться, но в данном заезде он ехал в районе 7 секунд, что не очень быстро. Буквально несколько минут отделяет нас от заезда Димы. Мы очень за него болеем, погода вроде как нормализовалась. Ничего по сути.
кажется, огромная проблема здесь записать интервью, потому что постоянный шум этих дрэкстеров мешает немножко, да? Мне кажется, этот шум гораздо лучше, чем то, о чем мы говорим. Сейчас? То есть он перекрывает наши пустые разговорчики. Наверное. Дмитрий Владимирович, второй квалификационный заезд. Мы шестые в списке квалификации. Сейчас задача выехать из 4 секунд и подняться выше. Вчера трек был не в очень хорошем состоянии, поэтому буквально перед самим заездом Адам быстренько подбежал, убрал зажигание, и мы поехали, грубо говоря, на меньшей мощности, чем должны были. Сейчас я так понимаю, что едем уже по-взрослому. Ну да, чтобы я не пугался, Адам мне даже не показал настройки, сказал, там все хорошо, давай. Не твое дело, твое дело рулить, да? Сделай, как ты это обычно делаешь, и все. Как ты считаешь, вот там висит российский флаг? Знаешь, там есть два российских флага, и это очень приятно. Ваши. Да, два. Вот один с этой стороны, другой с другой. И каждый раз, когда ты подкатываешь, ты видишь первый российский флаг, и так немножко тепло становится. А потом, когда ты видишь уже тот, то тебе уже, ты уже разгоряченный в машине, он немножко остужает твой пыл, и ты понимаешь, сейчас мы давим. Ну, вот на этой самой ноте мы перестанем тебя отвлекать, потому что настройка перед заездом – это есть тоже очень важный процесс, и пилота нельзя сбивать, у нас попытки ограничены. Ну и мы будем бороться до конца, да, Дим? Слушай, ну, мы, конечно, готовы бороться до конца, но время покажет. Ну, вот на этой самой ноте мы тебя оставим, подтренировывайся. Хорошо. Это Дмитрий Владимирович Саморуков, наш пилот, наша гордость, рекордсмен России. Слушай, какая ваша гордость? Слушай, ну а как? По безумию. Как? Здесь есть другие пилоты из России? Ну, вот. Есть пилоты? Нет пилотов других. Значит, это мы на тебя сейчас возложили ответственность, да? Спасибо. Мне стало легче. Мне стало намного легче. Все, ладно, я уйду пока. Дайте мне помолчать 20 минут, можно? Это двигатель топ-фьюэла. Вы посмотрите просто на этот монстр. Посмотрите на эти стенки цилиндров. Это вскрытый мотор топ-фьюэла. Это, по сути, уникальные кадры. Такое вы мало где сможете увидеть. Это дрэговая Audi с двигателем 5 цилиндров, объем сейчас 2,4 литра, был 2,5, однако это блок дизельного двигателя. Турбина 82 мм BorgWarner, при давлении 3,2 бара, максимальная мощность достигала 1250 лошадиных сил на задних колесах. Лучшее чистое время на четверть мили 7,2 секунды и 308 км в час. Очень быстрый автомобиль, очень быстрый Audi. Очень быстрые Audi тоже существуют, вот они как выглядят. И они, кстати, на заднем приводе, а не на полном. Quattro? Не слышал. Стой, 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 стой
Дим, в этот раз мы пожалели европейцев. В следующий раз пощады уже не будет. Просто по всем позициям проиграли. Мы по всем позициям слабее. Ну это что значит? Надо работать больше, приехать и... Нахрапом не получается. В общем, не очень хорошие новости. Мы проиграли в четвертьфинальном заезде. У нас вновь получился фальстарт. Непонятно из-за чего. То ли из-за того, что некорректно работает трансбрейк, то ли из-за того, что поменяли алгоритм работы светофора. В общем, так или иначе, грустно, обидно. Дима расстроен, команда расстроена. Были шансы, в принципе, занять хотя бы третье место. Но очень серьезные соперники, очень опытные. Пилотов, которые ездят меньше 5 лет, практически нет. Для нас это первый опыт, скажем так, на этом автомобиле, на этой трассе выступать в рамках какого-то серьезного соревнования. Несмотря на то, что Дмитрий Саморуков молодой, действительно молодой пилот для драгрейсинга, то есть 3 года для драгрейсинга профессионального – это не стаж, это новичок. Но он относится к себе очень строго, он требует от себя, от команды серьезной подготовки и ждет, разумеется, после этой серьезной подготовки хороших результатов. Не всегда получается, не всегда это зависит только от пилота или от команды. Есть много, десятки факторов, десятки переменных, которые на это могут влиять. Но есть и приятная новость. Приятная новость заключается в том, что Дмитрий Саморуков разогнался за 3,92 секунды до 328 км в час. Просто вдумайтесь, 3,92 секунды, ну чуть меньше 4 секунд, и скорость 328 км в час. И для этого ему потребовалось всего лишь 201 метр прямой. Еще будет праздник на нашей маленькой улочке с российскими флагами, и еще поднимется российский пилот на подиум в европейском чемпионате по драгрейсингу. Не расслабляйте булки раньше времени, команда Drag Times вернется и... Но все равно грустно.